Гриль «Водяные Апач» предназначены для обжарки рыбы, мяса и овощей. Их альтернативное название – вапогриль. Оборудование может устанавливаться на кухне как в составе технологической линии, так и отдельно. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. В процессе обжаривания продукты не пригорают, сохраняют все полезные вещества и приобретают характерный вкус и аромат гриля. Принцип работы оборудования выглядит так. На решетке обжаривается продукт, под решеткой располагается тен, и под теном располагается емкость с водой. За счет этого выделяемый жир в процессе приготовления попадает в емкость с водой, и оборудование не коптит и не чадит. Максимальная рабочая температура водяного гриля 360 градусов. В линейке водяных грилей Апач представлены две модели. Они отличаются друг от друга габаритными размерами, массой, мощностью и количеством решеток. Обе модели работают от электричества и подключаются к сети с напряжением 380 Вт. Грили снабжены специальным батом для защиты от брызг. Ножки можно регулировать по высоте. Оборудование очень удобно в использовании. Достаточно просто его включить в сеть, залить воду, установить необходимый уровень мощности и дождаться, пока блюдо приготовится. Мыть грили тоже очень легко. Вначале вам необходимо снять решетки и очистить их. Затем слить воду и промыть емкости. И все, гриль снова готов к использованию. В этом уроке я рассказал о водяных грилях Апач. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях.